Здравствуйте, садитесь. А где все дети? Я вернулась. Я в лагере была до 4 августа. У меня тренер опаздывает. Я сегодня не в ресурсе. Вот. Посели бабки. Я понимаю, сколько мне нужно есть. Я сделала уже заранее заказ. Уже не боюсь выезжать даже из самых укромных уголков любого двора. 7:50 на часах. Короче, друзья мои, теперь каждое мое утро начинается сразу же с тренировки, потому что если я ее не сделаю утром, я ее не сделаю вообще потом никогда. Дорогие друзья, тут прикол этих тренировок идет в том, что это тренировки против отеков. То есть тут собраны какие-то такие упражнения, которые даются, в принципе, на обычных тренировках, но по большей части тут всякие вот кошечки, круговые вращения какие-то плечами, направленные конкретно на устранение отеков, потому что иногда, когда я поправляюсь, мне кажется, что я поправляюсь как бы от того, что я там, не знаю, реально поправилась, но на самом деле в большей части это все отеки идут, потому что я постоянно хожу в зал, у меня постоянно более-менее такое нормальное питание, я знаю, что я не переедаю, то есть, ну, я понимаю, сколько мне нужно есть, вот, и бывает, все равно кажется, что, блин, поправилась, но, возможно, это из-за моего какого-то недосыпа или, наоборот, пересыпа, может быть, я где-то воды не допила столько, сколько нужно, или там какой-то стресс, или мало походила, и, в общем, это все отеки, поэтому они отображаются на нас, но нам кажется, что это лишний вес, поэтому, девочки и мальчики, если вам кажется, что вы поправились, но вроде бы как бы не должны были, то, может быть, это отеки. Сейчас, дорогие друзья, мы пойдем в душ. Мы с вами пойдем в душ, но нет, я пойду одна. Вот, пока что поставим чайничек, потому что чаек утром попить это святое. Пока чайничек закипает, предлагаю вам подписаться на мой инстаграм, телеграм и тикток. Все ссылочки будут в описании, там много всего интересного. Так, чайник закипел, поэтому продолжаем дальше смотреть. Так, пока чайник тут закипал, я уже сходила в душ, где мой чай? Сейчас будем доваривать чили. Кстати, я огромная фанатка чая, мне кажется, что чай мне будет даже приятнее получить в подарок, чем какие-то конфеты и так далее. Хотя еще очень большая сладкоежка, но чай это просто кайф, кайф, кайф. Кстати, я его сама себе практически никогда не покупаю, мне его обычно только дарят. Тут у нас все по классике, чистим зубы и умываемся. Обозреваем мой завтрак и идем кушать, потому что у нас буквально осталось минут 15 до выхода. Можете меня поздравить, я только что записалась на массаж на сегодня. Так что мы идем с вами разминать нашу спинку. Точнее, лежать, кайфовать, я там буду ее разминать. Друзья, мне, короче, подарили сертификат на массаж на 10 сеансов. Так что 10 сеансов мы с вами будем кайфовать. Нас можно было вернуть. О мой бог, как на улице хорошо. Боже, какой ветерочек. Можно, пожалуйста, вот будет такая погода весь день. Еще я, короче, где-то потеряла пропуск свой в школу. Так что я надеюсь, меня по старой дружбе пустят поработать немножко. Да, давненько я не ходила этим путем, именно в школу. Объясняю вообще, зачем я туда, не зачем я туда иду, а почему я туда иду в август, если я как бы уже уволилась. Я только недавно вспомнила, почему меня приняли на работу так поздно. В общем, учительница, которая работала, как бы, на место, которое я пришла, она работала до конца августа, поэтому меня смогли принять на работу только в конце августа. И получается, что я вот свой отпуск в июне и в июле отгуляла, он 56 дней, и мне нужно приходить на работу, дорабатывать август. Я-то думаю, почему меня так поздно взяли, если я с лагеря приехала 4 августа. До меня дошло из-за этой учительницы. Я просто думала, что меня не взяли из-за того, что я в лагере была, потом я такая, так, стоп, я в лагере была до 4 августа, а на работу меня должны были принять числа, наверное, 15-го или какого, что-то такое, или 1-го я вообще должна была выходить. Я не помню, я в итоге вышла на работу почти в конце, пару раз туда походила, мне сказали, можете приходить, можете не приходить, потому что, ну, как бы это еще не официально, но я все равно ходила. Ну, вот как, скажите мне, я могла бы прийти 31 августа, ничего не зная, ничего не понимая, сразу же на родительское собрание, и потом сразу 1 сентября. Естественно, я ходила до этого, ну, ходила так, просто неоплачиваемо, просто ради, для себя,
чтобы понимать, что вообще тут происходит. Боже, там бедные дети проходят практику. У меня, кстати, практики в школе не было. Здравствуйте. Садитесь. Я все помню. Итак, начинаем наш урок. А где все дети? И куда мне это девать все? Куда это девать? Нет, на самом деле вопрос, конечно, очень интересный. Вот я ухожу со школы, да? Не мешайте, пожалуйста. И у меня огромная куча всяких документов, всяких наработок, всяких интересных штук. Куда мне их все выбрасывать? Как-то жалко. Но и с другой стороны, зачем они новым учителям? Капец. Я считаю, что нужно сначала отдохнуть, посидеть в своем кресле пару минут, а потом начнем. Короче, дорогие друзья, пока что вот такая вот атмосфера. Я разгребаю все тут документики, в общем, выбрасываю макулатуру, какие-то рисунки детей себе оставляю на память. Вот, ненужные документы, буду все это выбрасывать. Ну и все, на макулатуру отнесу сейчас, и будет красиво все. Пока вот так вот. Ну что, дорогие друзья, идем смотреть, что я там сделала. Короче, навела порядок вот здесь. Ой, блин, одну папку не положила. Сейчас положим. Навела порядок вот здесь. Видите, как сразу пустенько стало. Я оставила чисто пособия всякие, какие-то раскраски, фломастеры. Вот эти вот крышки надо будет сдать завхозу. Ну и все, в принципе, больше тут ничего нет. Короче, каждый год в школе проходит приемка. Где-то в конце августа, в середине, в начале, каждый раз я это понимаю по-разному. Вот, и школу полностью готовят к этой приемке, как она готова к учебному году. Вот, и каждый учитель готовит так вот свои кабинеты, разбирает барахло, наводит порядки, и все. Ну что, друзья мои, все, я только до хаты. Пошла в магазин, купила тут сливки, соус, грибы и помидорку. Сейчас будем делать с вами мои макарошки, любимые. Видите, я себе разморозила уже курочку. Все продумано наперед. Короче, друзья мои, у меня есть примерно 40 минут на то, чтобы быстренько приготовить все это дело, скушать, одеться, собраться и выходить, потому что уже через 1:20 у меня начинается тренировка. Итак, это наше кулинарное шоу. Сегодня я вам покажу, как же приготовить быстренько очень вкусный обед, который будет очень полезным, питательным и безумно вкусным. Первое, что мы делаем, это набираем нашу кастрюльку воды. Что за брызг? В общем-то, набрали водички. Ставим нашу водичку на огонек. И сразу же ставим еще и сковородочку чистенькую. И теперь идем заниматься мясом. Обязательно промываем мясо и нарезаем на мелкие кусочки. Добавляем приправу по вкусу, перемешиваем и отправляем на сковородку. Теперь нужно заняться овощами. Тоже их моем и нарезаем. Сначала я добавляю курицу, грибы, помидор будет позже. Нужно, чтобы грибы немного поджарились. В это время солим воду и забрасываем макароны. Вот теперь можно добавить курицу и грибам помидор. Натираем сыр, добавляем сливки, хорошо перемешиваем и наверх фигачим сыр. Сливаем воду с макарон и добавляем уже их. Это просто прекрасно. Просто попробуйте и не готовить, это будет вы больше не сможете. Я забываю, где я паркую машину. Есть несколько мест. Мой двор, вот этот двор, либо же под магазином. Я когда иду в машине, всегда думаю так, а где я вчера парковалась? И я не помню. Ну, блин, походу на магазине, если что, туда идти долго, целых полминуты. Ой, я подошла и сразу лифт подъехал, опа. Индивидуальный лифт на тренировочку. Снова здравствуйте. У меня тренер опаздывает. Все, дорогие друзья, я готова идти на тренировочку. Вы сегодня красные, вы будете подходить под мое лицо? Я сегодня не в ресурсе. Что за холодное восстановление? Какая прелесть вообще. Холодное восстановление, сверзись с ней. Не изменяем своим позициям. А что она запотела? Спорт? Спортивная, что ли? Угу. Что ты тут делаешь такое? Как это называется? В смысле, как называется? Ты мне скажи, как это называется. Джим. Уже хорошо. Джим чего? Гантелей. Гантелей, хорошо. А на чем? На скамье. На скамье, хорошо. А скамья какая?
Это я уже не знаю. Наклонная. Ты ее такой сделал. Вот. Повыше, 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 повыше. Ну что, ты под конец тренировки ресурс нашел? Немножко ресурса полнали. Так. Это потому что я пришла. Тренировка закончилась тогда. Это вырежем. Береги себя. Я должна была в руку уйти. Давай руку. Куда уйти? В руку. Куда? Давай в руку, я просто в руку закрою камеру. Короче, друзья мои, все, вышла я из зала. Сейчас мне нужно пошататься по тренировке где-то часик и поеду на массаж. Я сделала уже заранее заказ, и мне уже принесли лимонейдиус. Это было просто прекрасно, дорогие друзья. Массаж обалденный. Мы нашли у меня несколько проблемочек в спине, так что будем в течение этих моих 9 сеансов оставшихся устранять. Уберем кое-что с тренером из тренировочек. Вот. Потому что, чтобы лучше восстанавливалось это все. Ну и все. Вот так вот. Но массаж вообще обалденный. Так что там. Да. Едем сейчас домой. Кушать мне не надо уже. Все таблетки я уже выпила. Все, можно не волноваться ни за какие приемы пищи. Поэтому еду дальше делать дела. Дома мне нужно будет снять две рекламы. Без ЕГЭ по программе колледж плюс бакалавриат. Можно поступить без ЕГЭ по программе колледж плюс бакалавриат. Бакалавриат. Можно поступить без ЕГЭ по программе колледж плюс бакалавриат. Первая реклама есть, сейчас буду ее немножко монтировать. Первый раз, кстати, у меня такое, что просят чисто исходник видео, то есть, ну, склеенный с моими репликами, а монтаж берут на себя. Это вообще просто... Делайте так, пожалуйста, все! Боже, я так обожаю вот это вот чувство облегчения, когда у меня было какое-то дело, я его сделала, и теперь я с чистой совестью пойду гулять! Я! Чё так далеко? Что-то странно. Хочу бабл ти. Я очень неудобно припарковалась, если честно. Ладно. Слава богу, мои полтора года стажа дают о себе знать. И я уже не боюсь выезжать даже из самых укромных уголков любого двора. Боже, у меня такое хорошее настроение, вы знали, просто вот по любасу какая-то ерунда случится, так всегда. Выходишь на улицу с прекрасным настроем, возвращаешься, чуть бы не ревешь. Короче, эти идиоты мне развели, что они ушли, что они разошлись, но я опоздала всего на 7 минут, это не критично, нормально. Пробки, понимаете, пробки. Ага, вот они. Ага, и давно ты живешь в машине? Сбор, разговор. Сюда. Маленькие мальчики играются. Опа, побежали. Там еще 20-го, 20-го, 10-го. Посели бабки. Одна лавка, вторая. Пошел, пошел. Раз, два. Смотрите? Давай так, чтобы не видно было. Можешь... Давай, я снимаю так, чтобы ноги не были. Ноги не скрыли. Настя, от лесенки бери. От лесенки. От лесенки. Да я специально ноги не снимал. Они так высоко. Ну что, друзья мои, время 1:15. Мы приехали домой. Я очень сильно хочу спать. Вам просто не передать словами. Так что мы прямо сейчас завершаем этот влог. Впереди меня ждут только водная процедура в виде душа и умывания. И я ложусь спать. Поэтому, если вы хотите еще таких больше влогов, обязательно пишите об этом. И все. Всем пока!